День города и День шахтера вернули в прежний формат. 29 августа вечером в центре пройдет торжественный концерт. Подготовка к празднику ведется полным ходом. На площади выравнивают газон, ремонтируют лавочки и чистят тротуары. Копейчане ждут этого праздника с нетерпением, особенно после пандемии. Несколько месяцев в городе не проводились массовые мероприятия. День города, пускай будет День города в свое время. Я считаю так. Мы потому что мы всегда ходили на эти праздники, День города, День шахтера. Я довольна, что будут проводить. Очень много сейчас стало разрешаться. Как-то спало, по-моему, вот это вот болезни. Так что я думаю, что все нормально. Будем на расстоянии праздновать. Ну, должны все равно соблюдать закон, повязку, все. Я не хожу. Вот в такие, ну, какие мои годы уже ходить по таким праздникам, когда здесь столпотворение будет. Вот. Раньше ходил, конечно, я, а сейчас все равно должен быть праздник людям. Отдушина какая-то, от всех этих передряг, трудностей всех. В субботу на большой сцене будет проходить торжественная программа, выступления творческих коллективов и исполнителей. Подрядчики уже завезли необходимое оборудование и начали сборку металлической конструкции. Сейчас здесь пока что не кипит работа, но каркас намекает о масштабах сцены. Позже основную часть поднимут. Здесь появится звуковое и световое оборудование. Копейчанам стоит обратить внимание на ограничение движения. Вечером 29 августа частично будут перекрыты проспект Победы и нечетная сторона проспекта Славы. Четную сторону проспекта Славы закроют на весь день.